«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Переработка. Ишкарту. Глубокая переработка. Тиран ишкарту. Глубокая переработка. Тиран ишкарту. В Башкортостане планируют развивать глубокую переработку зерна. Башкортостанда игенне тиран ишкартуны жайылдырырга ниятлиләр. В Башкортостане планируют развивать глубокую переработку зерна. Башкортостанда игенне тиран ишкартуны жайылдырырга ниятлиләр. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».